Иосиф Пригожин показал, как бы он мог сейчас выглядеть, если бы не его ранняя алопеция. Муж Валерии примерил на съемках новый образ, парик и накладные усы. В таком виде продюсер разгуливал по съемочной площадке предпраздничного фильма «Я тебя люблю», ETA. Шоумен поделился фото, сделанным за кадром, на котором он позирует в гриме рядом со своей женой. В сети отметили, что Пригожин с шевелюрой в стиле 60-х стал выглядеть гораздо старше своих лет. Валерия же, напротив, похожа на этом снимке на девочку. Смеются фанаты, Пригожин вряд ли обидится на комментарии про свой внешний вид. Во-первых, смена имиджа была временной и вынужденной мерой, а не личным желанием шоумена. А во-вторых, у мужа Валерии хорошее чувство юмора, насколько хорошо у него развита самоирония, он демонстрировал летом этого года, когда стал главным героем шуток в сети из-за своего однофамильца. Кстати, в этом же новогоднем проекте